В разгаре конкурс журналист меняет профессию. Больше 60 работников прессы пробуют себя в качестве пожарных, кинологов, флористов. Присоединился к ним и наш коллега Илья Кочетков. Он осваивает ремесло мастера сухого строительства. Иначе говоря, учится работать с гипсокартоном. Обучение проходит на базе Алтайского архитектурно-строительного колледжа. Наряду с теорией участники имеют возможность на специальных учебных стендах тут же начать монтаж гипсокартонной стены, попутно узнавая секреты не только резки и сборки панелей, но и правильного выбора материала. Гипсокартон, но оказывается рознь. Вот, например, этот обычный, знакомый многим, серый. Но его можно использовать только в обычных помещениях. А, к примеру, на кухне надо использовать вот такой зеленый, который может выдерживать повышенную влажность. Напомним, обучение длится около 2 месяцев. Каждый из участников пройдет полноценный учебный курс. Уже в мае журналистам предстоит показать, насколько хорошо они усвоили учебный материал. Участникам предстоит сдавать настоящий экзамен. В данном случае итогом станет полноценная гипсокартонная конструкция. Подробнее о том, что узнали на первых уроках журналисты о нюансах строительного дела, как им это может пригодиться в обычной жизни и их профессии, смотрите в вечернем выпуске.